Видео подготовлено специально для сайта online.gdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 6 класса из учебника «Коровины». Раздел «Произведения русских писателей XIX века». Афанасий Афанасьевич Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила». Рубрика «Фонохрестоматия». Третий вопрос. Испытывали ли вы когда-нибудь такое состояние, чтобы было шумно и жутко, и грустно, и весело сразу, одновременно? Если да, то когда это было? Почему? Ответим. Такое состояние я испытывала, когда попала под сильный дождь с грозой. С одной стороны, шумные капли и огромные потоки воды завораживали, приводили в какой-то восторг. С другой стороны, было страшно, ведь это могло быть опасным. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!